Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым випуску. Моцны снег і вецер. Як регіон перажыў наступствы снегападу? Новыя працоўныя месцы – малочна-таварныя фірмы. На Туровскім малочным камбінаце падзяліліся планамі на 2018 год. Светлавое шоу, пясочная графіка і вулічныя тэатры. На гэтым тыдні пройдзе трэці міжнародны фестываль «Гомель Лайт Фэст». А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Заснежаныя вуліцы і машыны, упрыгожаныя срэбрам прыродныя ландшафты. З учарашняга дня пейзажы Гомельскай вобласці сталі нагадваць сапраўдную зімовую казку. І калі для інтэрнэт-карыстальнікаў падобнае надвор'е – гэта добрая нагода для стварэння прыгожых фотаздымкаў, для большасці службаў час актыўнай працы па ліквідацыі наступстваў снегападу. Усе падрабязнасці ў рэпартажы нашых корэспандэнтаў. Як вядома, у прыроды няма дрэннага надвор'я, аднак учарашні снежны падарунак унёс пэўныя карэктывы ў працу многіх службаў. Так, напярэдадні было зусім не да адпачынку супрацоўнікам МНС і энергетыкам. Моцныя снегапады ў мінулы выхадны пакінулі без электрычнасці жыхароў 91 населенага пункта Гомельскай вобласці. Пры гэтым усе адключэнні электраэнергіі ў Гомельскай вобласці ліквідаваны аператыўна. Свой адбітак у прамым сэнсе надвор'я наклала і на некаторыя аўтамабілі. З-за моцных парываў ветру і снегападаў таксама зафіксаваныя выпадкі падзення дрэў. У выніку были пошкоджены 13 легковых автомобилей. На счастье, потерпелых нема. Работниками МЧС из-за отключения электроэнергии в трех районах области оказывалась помощь передвижными дизель-генераторами. Извлечено из снежных заносов 3 автобуса и 2 автомобиля. Из кюветов извлечено 9 автомашин. Также 4 раза выезжали на распиловку упавших деревьев и освобождению проезжей части в Гомельском, Речицком и Мозырском районах. Супрацоўнікі абласной дзяржаўнай інспекцыі напярэдадні таксама неслі службу ва ўзмоцненым рэжыме. У сувязі са складанымі снежнымі ўмовамі на тэрыторыі рэгіёну быў уведзены план надвор'я. Безумоўныя камунальныя службы не засталіся ў баку ад наступстваў снегападу. Барацьбу са снежным покрывам яны распачалі яшчэ ўчора, а сёння з дапамогай спецсродкаў і спецтранспарту працягнулі гэтую адказную справу. Дарэчы, складаныя ўмовы надвор'я на тэрыторыю Гомельскай вобласці прынёс цыклон, які прыйшоў да нас з боку суседняй Украіны. Па дадзеных Гомель аблгідрамета, колькасць ападкаў, якая напередодні выпала у регионе, часом доходила до 1,5 декадных нормов. Найбольшая лічба у 18 мм зафіксована у Гомелі і Мазыры. Что тычыцца областного центра, такая колькасть опадков на аналогичную дату 4 лютого апошні раз тут назиралася ровно 70 годов тому. Ці треба чакать капризов на дворе у ближайшие дни, мы доведаліся у Гомель аблгидромете. На текущей неделе сильных осадков не ожидается. Они будут носить в основном кратковременный характер. Это будет снег, мокрый снег. Первая половина недели будет холоднее. При прояснениях, возможно, по территории области усиление морозов до 15 градусов. А во второй половине недели температурный фон несколько понизится, но все равно ожидается морозная погода. Ночью температуры составят до минус 5, минус 10, местами минус 12. Ну а днем в отдельные дни возможен слабый плюс от минус 4 до плюс 1 градуса. Вероника Ворошилина, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На допомогу у борьбе со снегом почали выходить активисты БРСМ. У сувязи с несприяльными метеорологичными умовами у каждой районной организации створены штаб волонтерских отрядов. Активисты БРСМ помогают убирать снег пожилым людям. Да и громадяне могут вернуться за допомогой у очистки своей дворовой территории. У первую чергу она оказывается инвалидом, ветераном Великой Отечественной войны. За такой помощью может обратиться любой гражданин, который нуждается в помощи, обратившись, позвонив по телефону 36-12-02 в Гомельский районный комитет БРСМ. И волонтеры с радостью окажут помощь, приедут и помогут таким гражданам. Проголосовать датэрмінова на выборах у мясцовыя советы депутатов можно будет уже на наступном тыдні. На протягу 5 дзён с 13 по 17 лютого выборщики имеют право заучасно отдать свой голос на карысть того или иного кандидата. До середы участковые комиссии должны представить полную информацию про час и место, где можно будет сделать свой выбор. Нагадаем, основный день голосования 18 лютого.
Кожны беларус можа праверыць свае дадзеныя ў спісах выбаршчыкаў. Для гэтага неабходна звярнуцца ва участковыя камісіі з 17 да 19 гадзін па буднях ці з 12 да 14 гадзін у суботу. Аб любой памылцы ў дакументах выбаршчык мае права заявіць. Між тым працягваецца агітацыя кандыдата ў мясцовыя саветы дэпутатаў. Прэтэндэнты знаёмяць грамадзян са сваімі праграмамі падчас пікетаў, арганізаваных у асноўным навокал гандлёвых кропак і ўстаноўку культуры. Міністэрства працы Беларусі сёлета зоймецца прагназаваннем патрэбнасці эканомікі ў кадрах. На аснове гэтага Міністэрства адукацыі сфармуе лічбы прыёма ў ВНУ і сярэднеспецыяльныя навучальныя ўстановы. Гэта дасць магчымасць збалансаваць рынак працы. У наступным годзе таксама зменяць сістэму аплаты працы ў бюджэтных арганізацыях. Замест тарыфнай стаўкі за аснову возьмуць бюджэт пражытачнага мінімуму. На Туровскім малочным камбінаце сёлета плануецца стварыць каля 90 працоўных месцаў. У мінулым годзе, дарэчы, было працаўладкавана 65 чалавек. Агульная колькасць занятых на прадпрыемстве склала 300 работнікаў. Працоўныя месцы з'явяцца на новых лініях па вытворчасці паўцвёрдых і мяккіх сметанковых сыроў, у пунктах прыёму сыравіны і лабараторыях. У планах камбіната таксама будаўніцтва сучасных малочна-таварных ферм і рэканструкцыя існуючых. Важнай задачай з'яўляецца забеспячэнне прадпрыемства ўласнай сыравіны да 2021 года ў памеры 51%. Летась гэты паказчык склаў 23%. Сёння абласным аб'яднанні прафсаюза падвялі вынікі работы прававых прыёмаў грамадзян з удзелам супрацоўнікаў пракуратуры. У цэнтры ўвагі бліжэйшыя 3 месяцы. Менавіта з лістапада 2017 года пачалося цеснае супрацоўніцтва 2 ведамстваў. За гэты час у рэгіёне правялі 60 прафсаюзных прыёмаў. У параўнанні з аналагічным мінулагоднім перыядам колькасць грамадзян, якія звярнуліся за дапамогай, павялічылася амаль на 100. Па-ранейшаму самымі частымі засталіся пытанні аплаты працы, калектыўна-дагаварнога рэгулявання, сацыяльных і працоўных адпачынкаў. Выніковасць супрацоўніцтва прафсаюзаў з органамі пракуратуры адлюстравалася ў хуткасці вырашэння узнятых праблем. Значна ўзмацніліся рычагі ўплыву на парушальнікаў заканадаўства. Каждый из принимающих, когда к нам приходят работники предприятия на прием, видит перед собой задачу. Для профсоюзов это прежде всего соблюдение условий коллективных договоров, областных соглашений, а для прокуратуры соблюдение законодательства. У нас много рычагов для того, чтобы к нанимателю, если нарушается законодательство, у нас вплоть до уголовной ответственности предусмотрено законодательством, поэтому каждый находит применение своим полномочиям. Заўтра раніцай могуць узнікнуць перабоі ў карыстанні банкаўскімі карткамі. Пра гэта паведамляе банкаўскі працэсінгавы цэнтр. З 5 до 7 гадзін будуць праводзіцца тэхналагічныя работы. У гэты перыяд магчымы перапынкі ў абслугоўванні трымальнікаў картак банкаў, якія карыстаюцца паслугамі цэнтра, а таксама ў сетцы арганізацыі гандлю, пунктаў выдачы наяўных, прылад самаабслугоўвання і банкаматаў. У Гомелі закрыты рух транспарту па вуліцы Валатаўской. На ўчастку ад вуліцы Сожскай да вуліцы Шпітальнай ідуць вытворчыя работы. Абмежаванне будзе дзейнічаць да канца лютага. Вадзіцелям пры складанні маршруту руху неабходна ўлічваць гэты факт і быць уважлівымі. 4 лютага ў свята-праабражэнскі храм Светлагорска прыбылі найвялікшыя святыні хрысціянскага свету – часціца рызы Гасподняй у крыжы Машчавіку і каўчэг з мошчамі святой старыцы Матроны Маскоўскай. Падрабязнасці далей у сюжэце. 4 лютага ў свята-праабражэнскі храм Светлагорска прыбылі найвялікшыя святыні хрысціянскага свету – часціца рызы Гасподняй у крыжы Машчавіку і каўчэг з мошчамі святой старыцы Матроны Маскоўскай. Урачыста пад спевы сустракалі светлагорскія святары і шматлікія вернікі гэтыя святыні. Святая блажэная старыца Матрона, молі Бога у нас! Каўчэг з рэліквіямі, крыж і абраз блажэннай Матроны занеслі ў сабор, дзе благачыны Светлагорскай акругі, настаяцель свята-праабражэнскага храма протаіерэй Александр Кісель звярнуўся да вернікаў з прамовай. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы мы вот за этих 2 недели, что будут у нас святые мощи, конечно же, учились от нее смирению, любви, терпению, прощению обид и, конечно же, пронести великий строгий пост с пользой
для своєї безсмертної душі. Затим почалися молебні співи у гонор святої блаженної Матрони Московської. Стариця Матрона – одна з самих відомих і шанованих православних святих. Усе її життя – приклад великого духовного подвигу терпіння, самоодрочення і спогади. Лічиться, що Матрона Московська допомагає позбавитися від хвороб і справитися з життєвими негодами. Святая завжди застерігає і наставляє на шлях правдивих людей, які звертаються до її у молитовному прошенні. Це можливість для кожного з нас прийти, помолитися, попросити, поблагодарити святую Матрону Московську, можливість привести своїх рідних, близьких. Нужно вспомнить ее земную жизнь. Она была у нее очень сложной. И каждый из нас, живя своей земной жизнью, должен поучиться у нее терпению и кротости, и в смирении, в несении своего жизненного креста. Это великая сила нашей земли и всей нашей общей православної Русі. У Світлогорську святині будуть знаходитися до 18 лютого. Регулярно будуть проводитися молебні і акафісти, затим частиця ризи Господній у крижі Мощевіку і ковчег з мощами святої стариці Матрони Московської прибудуть у Жлобин, Речицю і Рогачов. Людмила Андзінка, Валерій Маршин, спеціально для телерадіокомпанії «Гомель». Третій міжнародний фестиваль «Гомель Лайт Фест» пройде в обласному центрі з 9 по 11 лютого. Свою творчість представлять колективи і індивідуальні виконавці з Білорусі, Росії і України. До уделу запрошені артисти, які працюють у жанрі світлового шоу, мім-групи, вуличні театри, танцювальні колективи, мастаки світлових картин і пясочної графіки. Окремя конкурсних виступлень, глядачів чекає шмат інших цікавих подій. Мероприємства розгорнуться на трьох пляцовках. Серія майстер-класів пройде у Палаці культури фестивальні. Доброчинний концерт для шматдітних сім'ям і сім'ям, які виховують дітей з особливостями психофізичного розвитку, відбудеться у Центрі інклюзивної культури. А ліпші номери колективів удільників і спеціально запрошених гостей можна буде побачити на гала-концерті у Палаці культури чигуночників. Гэта і інші новини ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by. Далі у ефіри «Де-факто» і «Спортивний огляд». Я з вами розвітуюся. Усього доброго і до зустрічі в ефірі. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Декадная норма снега. Гомельская область накануне попала под удар стихии. Из-за непогоды обесточенными оказалось сотни населенных пунктов. Работы добавилось не только энергетикам, но и спасателям. В трех районах области они оказывали помощь передвижными дизель-генераторами. Сильный ветер стал также причиной падения деревьев. Повреждены 13 автомобилей, а некоторые машины спасателям пришлось буквально доставать из снега. Извлечено из снежных заносов 3 автобуса и 2 автомобиля. Из кюветов извлечено 9 автомашин. Также 4 раза выезжали на распиловку упавших деревьев и освобождению проезжей части в Гомельском, Речицком и Мозырском районах. Эти же проблемы автомобилистам помогали решать и сотрудники ГАИ. Для этих целей было специально сформировано 8 экипажей, которые дежурили в Гомеле и Гомельском районе. За буквально несколько часов было оказано порядка 22 фактов помощи. То есть где-то помогали выехать с кювета, где-то доставали водителя, ну и где-то, конечно же, призывали других участников дорожного движения оказывать помощь водителям, которые попали в трудную ситуацию на дороге. ГАИ напоминает, что внимательнее стоит быть и пешеходам. В условиях гололеда особенно опасно перебегать дорогу перед транспортом, а также внезапно выходить на проезжую часть. Не учел погодные условия и выехал на встречку. Такова причина сразу нескольких ДТП, которые были зафиксированы в эту субботу. Одно из них произошло на автодороге Гомель-Ветка. В районе магазина «Домашний» лоб в лоб столкнулись «Пежо» и «Тойота». В результате происшествия ехавшая в качестве пассажира в автомобиле «Пежо» 29-летняя девушка, а также 58-летняя женщина с различными травмами были доставлены в больницу. Переправу через Припять снова закрыли. Она продержалась трое суток. Движение транспорта теперь возможно только в объезд через Мозырь и Пинск. Напомним, переправа заменяет стационарный автомобильный мост, который из-за трещины был закрыт еще в декабре.
В связи с временным прекращением работы понтонно-мостовой переправы работниками МЧС осуществляется перевозка населения с берега на берег. Также о временном прекращении работы понтонно-мостовой переправы население близлежащих районов оповещено через СМС-оповещение и ФМ-перехват. Развитие ситуации зависит от погоды. Белгидромет прогнозирует усиление морозов. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В чемпионате страны по мини-футболу стартовала игровая программа 17-го тура. Светлогорск на выезде со счетом 1-2 уступил столичному «Дорожнику». Гомельская команда ВРЗ на своем паркете встречалась со столичной охраной «Динамо». Милиционеры во многом сами помогли хозяевам добиться нужного результата. Вячеслав Быковский и сменивший его Дмитрий Зюсько не без ошибок действовали на последнем рубеже столичной команды. Что и сказалось на счете. К перерыву на табло горели цифры 4-0 в пользу ВРЗ. В составе хозяев отличились Григорьев, Рогачев, Клочко и Рябцев. Во втором тайме вагоностроители играли по счету. Внимательно оборонялись и делали ставку на контратаке. На 33-й минуте гости вновь ошиблись в пользу соперника. Александр Редьков после прострела Вячеслава Григорьева переправил мяч в ворота своей команды. После 5-го пропущенного гола милиционеры заменили голкипера на 5-го голевого. Однако до голевого удара дело так и не дошло. 5-0 и ВРЗ побеждает. Благодаря победе вагоностроители возглавили турнирную таблицу. Однако все может измениться уже сегодня. Столица в рамках 17-го тура играет с Борисовым 900. Лицсельмаш и Витен свои матчи проведут завтра. Машиностроители дома играют с гомельской БЧ. Энергетики на выезде с Могилевским Форте. Гомель принимал сразу два важных республиканских старта по легкой атлетике. Это чемпионат Беларуси по многоборьям и Кубок страны по легкой атлетике. Чемпионкой Беларуси по многоборью стала гомельчанка Яна Максимова. Еще одна представительница нашего региона Диана Рабкова не смогла завершить соревнования из-за повреждения. В состязаниях мужчин гомельский регион представлен не был. Золото здесь выиграл Виталий Жук из Гродненской области. Кубок по легкой атлетике – это репетиция перед чемпионатом страны, который с 16 по 18 февраля состоится в Могилеве. По итогам этого старта определится список спортсменов, которые отправятся в английский Бирмингем, где в начале марта пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях. Некоторые атлеты обеспечили себе путевку на мировое первенство уже по итогам Кубка страны. Сегодня уже показаны нормативы высочайшего уровня, где спортсмены отобрались на планетарные форум. Однозначно можно сказать, что мы с оптимизмом смотрим на зимний сезон и с ожиданием, таким волнением хотим сдавать экзамен в Берлине на чемпионате Европы летнем, где, я думаю, легкая атлетика должна выступить очень достойно. В общем зачете Кубка Беларуси по легкой атлетике команда Гомельской области заняла 3-е место. Победили спортсмены из Гродненского региона. На 2-й строке расположилась Брестская область. В личных соревнованиях у гомельских спортсменов 3 золотые награды. Юлия Костючкова выиграла забег на 400 метров. Артем Бондаренко был сильнейшим в тройном прыжке. Статус лучшей прыгуньи в длину в стране подтвердила Ольга Сударева. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».